Гейм-площадка. Игровая площадка. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Владимир. Какую организацию вы представляете? Мы представляем организацию «Межпоселенческая библиотека» имени Ульянова. Мы представляем здесь игровая площадка. На нашей игровой площадке представлены всевозможные игры. Шахматы, шашки, пятнашки, лото. Здесь также у нас есть зона, на которой можно поваляться, почитать, полистать всякие журналы детские. В буквальном смысле можно полежать на этих ковриках. Также у нас есть замечательные разукрашки. Детки могут прийти, разукрасить, поиграть, повеселиться. Все. Молодцы, молодцы. Спасибо большое. Ну, я смотрю, вот дети играют. Да. Не только дети. Лежаки свободные пока еще. Играют, я хочу сказать, что играют не только дети, играют и взрослые. Ну, почему? Ну, мы можем. А какое ваше личное отношение к празднику, к данному мероприятию? Ну, я так понимаю, что сегодняшний праздник, данное мероприятие приурочено к такому замечательному празднику, как День семьи, любви и верности, да? Да, да. Я замечательно отношусь к этому празднику, я поддерживаю этот праздник, что наконец-то у нас есть этот праздник, День любви, семьи и верности, потому что любовь, ну, самое какая, главное. Да, да, какая семья, если в семье нет любви, поэтому семья, любовь, верность, это самое, самое составляющее, самое главное, да, самое главное в нашей основа жизни. Основа нашего. Нашей страны, нашего государства. Да, нашего благополучия. Да. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. А вот решил жениться я, чтобы выросла семья, чтобы дети лучшие на свете были бы похожи на меня. Чтобы дети лучшие на свете были бы похожи на меня. Молодец, шо удалый молодец, нёсом град. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за организацию вы представляете? Я представляю Муравцевский кинодосуговый центр. И вы занимаетесь здесь, у вас интерактивное место, площадка интерактивная. Да. Занимаетесь развлечением детей. Что у вас за такое оборудование? Это пистолет. Оборудование. Играем в водяные бои. В игры с детьми, да? Да. Понятно, ну хорошо. Как вам? Понравилось? Ну да, классная вещь. В моем детстве таких самое пистолетов главное, не было. Были простые там. Бутылку наливаешь воды, да, вставляешь. Понятно. Сейчас. Сейчас у меня. А теперь каких только нет. Сейчас тараканов. Есть так вот такие. Есть еще больше. Ну что, классно. Пожелаю вам удачи, молодцы. Спасибо. Ну, у нас не только водяные пистолеты, у нас еще есть палатка много разных игр. Палатка, кубики. Да. Водяные бомбы есть. Ладно, спасибо. Дудари, 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 счастливым парой, счастливым парой, чищем его в колонну, его басы. Мальчишки и девчонки, а также их родители, подходим, принимаем участие в самом грандиозном мероприятии лета 2019 «Аквабаттл». Впервые Муромцево, Зеленый остров, лето 2019. Подходим, берем. Thank you.
друзья, всех участников Аквабатла приглашаем. Отдыхаем. Праздничная программа продолжается. Предлагаем в игры сыграть подвижные настольные, спортивные напольные, массовые и индивидуальные, простые и оригинальные. Гейм-площадка приглашает на сеансы одновременных. Там, где васильки среди травы, я любуюсь молча облаками. Ты жизнь моя, ты боль моя, одна любовь моя, и никого прекрасней в целом мире нету. Как будто розы опадают.
поют соловьи. Но и она печально.